Добрый день, уважаемые зрители. Московское время 16 часов. Начинаем нашу трансляцию «Среднесрочный анализ валютных курсов». С вами, как всегда, в это время Эдуард Сунгатуллин. Ну, я жду вашей реакции. Ваши плюсики будут говорить о том, что трансляция идет нормально, что вы меня видите и слышите. И как только будет понятно, что с обзором все в порядке, если какие-то проблемы, напишите, что нет связи или звука. Если же все хорошо, ставим плюсики. И как только будет обратная связь, мы начнем наш обзор. Итак, вижу, что все хорошо. Давайте начнем, как обычно, с просмотра макроэкономической статистики, что у нас выходило, что нас с вами еще ожидает. По порядочку. Итак, начнем со вчерашнего дня, когда мы с вами расстались. После этого должно было быть выступление главы Европейского центрального банка Марио Драги. Оно уже немножечко началось в тот момент, когда мы с вами проводили наш обзор. Ну вот в целом Марио Драги подчеркнул, что низкие процентные ставки – достаточно позитивный фактор, но все это скажется в более далекой перспективе. Не стоит прямо сейчас ожидать какой-то конкретной реакции. На рынке эта реакция впечатлений не произвело, поэтому реакции практически никакой не было. Чуть позже выступал глава Национального банка Швейцарии Томас Джордан. Здесь тоже не было ничего нового сказано, он в очередной раз как бы очень в мягкой форме попытался объяснить, почему Банк Швейцарии пошел на столь беспрецедентные меры, когда отменил нижний курс пары евро-доллар 1,2. Вы все помните этот очень драматичный случай, когда финансовые рынки были просто потрясены этим. Но он сказал, что если бы банк придерживался той же политики, то он мог бы просто потерять суверенитет, и ему просто не хватило бы средств для того, чтобы проводить самостоятельную кредитно-денежную политику, поэтому он просто вынужден был отказаться от этого, поскольку эффекта это нисколько не приносило. Сегодня в 0 часов было выступление члена комитета открытого рынка Уильямса. Он права голоса не имеет на текущий момент, плюс я ничего в праве не нашел по поводу его выступления, ну и, скорее всего, реакции, наверное, никакой не было. В Японии день Конституции, ну вот здесь очень интересно, у них, значит, был день Сёва или Сёва, где сегодня день Конституции, если посмотреть завтра, у них тоже праздник, день зелени, в среду, в четверг у них день детей, и вот всю неделю Банк Японии отдыхает. Соответственно, мы смотрим, что происходит с японской иеной, она укрепляется просто как из пушки. Поскольку и правительство, и Банк Японии пока что бездействуют, вот идет такое беспрецедентное укрепление японской иены. То есть просто так все это не проходит. В 4.30 по Австралии вышли данные по разрешениям на строительство. Месячные данные оказались очень позитивные, при том, что ждали снижения на 0,3%, показатель вырос в положительную сторону, плюс 3,7%, очень неплохо. Но по году данные оказались в красной зоне, но при этом небольшая позитивная положительная динамика. До этого было снижение 7,2%, теперь 6,5%. Естественно, рынок на это не обратил внимания, поскольку чуть позже должно было выходить одно из важнейших событий для Австралии по процентным ставкам, но до этого в 4,45% вышел индекс PMI Sixin в производственной сфере по Китаю, и вот он немножечко разочаровал рынки, нужно сказать. В Прайме пишут, что этот частный индикатор активности в производственной сфере Китая в апреле показал замедление роста, упал до 49,4 против 49,7 в марте. Снижение этого индекса указывает на замедление активности в производственном секторе Китая. Индекс находится на негативной территории уже 14 месяц подряд. Официальный производственный PMI Китая, согласно опубликованным в воскресенье данным, составил 51 в апреле против 52 в марте, как сообщил Национальное бюро статистики. Они по-разному рассчитывают. Да? Это вот у нас бюро статистики дали данные, что это выше 50, а ниже это как раз компания Sixin посчитала. Снижение этого индекса действительно негативный фактор. А далее у нас с вами в 7.30 был ключевой, пожалуй, момент сегодняшнего дня, во всяком случае для австралийской валюты, это решение Резервного банка Австралии по процентной ставке. Нужно сказать, что, наверное, сюрпризом ни для кого это абсолютно не было.
они собирались понижать процентную ставку, понизили ее с 2% до значения 1,75%, 25 базисных пунктов произошло снижение. Рынки очень по-разному оценивают снижение процентной ставки Резервным банком Австралии. Ну, конечно же, отреагировал сразу снижением, австралийская валюта пошла вниз, причем это, наверное, еще далеко не предел движения австралийца, который мы с вами наблюдаем сегодня. Есть совершенно разноречивые мнения. Вот, например, кто-то говорит, что Резервный банк Австралии может понизить ставку еще раз в этом году, но 7 раз отмерит. То есть очень-очень аккуратно это будут делать. Другое совершенно противоположное, например, есть мнение, что вот в частности для Goldman Sachs совершенно не стало сюрпризом понижение ставки, а еще есть мнение, что ставку могут понизить еще на 50 базисных пунктов. То есть помимо того, что сейчас было понижение на 25, то еще на 50, то есть как минимум еще два раза по 25. Есть и такое мнение, поэтому точно сказать, как поведет себя в дальнейшем австралийский регулятор, будет очень и очень трудно. Но однозначно, конечно же, они будут следить за информацией, которая будет поступать на рынке, инфляцию, скорее всего, будут очень внимательно отслеживать, ну и, конечно, состояние рынка труда. Это абсолютно безусловно. 8.45 по Швейцарии вышел индекс доверия потребителей, оказался негативным, снижение было минус 14, вышел минус 15, при том, что ждали в значении в минус 12. Фактор, конечно же, негативный, и в очередной раз мы с вами можем отметить, что очень разноречивые данные выходят по Швейцарии. То показатели одни хорошие, другие падают. Поэтому в целом нельзя сказать, что вот сейчас идет улучшение общей экономической ситуации или она ухудшается. Однозначно, что мы можем с вами сказать, это то, что Банк Швейцарии пока что бездействует, не предпринимает никаких действий, не проводит валютных интервенций, но при этом заявляет, что курс швейцарского франка очень высокий. Если же мы посмотрим с вами на графики, то это, мягко говоря, не совсем так, как мне кажется. В 11.30 вышел индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании по данным Market. Показатель оказался очень негативным. Предыдущее значение 51, ждали, что он вырастет до значения 51,2, а он снизился, ушел в красную зону, ниже пограничной цифры в 50 оказался. То есть реальное значение 49,2 – это очень-очень негативно. Но британский фунт, как и все валютные пары, сегодня торговался очень нервно. Я не могу сказать, чтобы он снизился на этих данных. Был момент, когда росли все три обратные котировки. Это и евро-доллар рос, и австралийская валюта росла, и британский фунт как раз даже вот эти отрицательные данные не сказались никак на нем. Но потом произошел разворот, и было достаточно серьезное снижение. Вот мне кажется, что это каким-то образом связано с американским долларом, иначе бы так параллельно эти валюты ни в коем случае не двигались. Поскольку здесь было еще и заявление Еврокомиссии, вот чуть ниже мы сейчас с вами посмотрим, было и публикация бюджетного плана по Австралии. Да, все эти данные были, и цены производителей еврозоны. Вот, но уж очень параллельно двигались все валютные пары, и вот из этого я делаю вывод, что движение было больше по американскому доллару. Может быть, какой-то инсайт был, не знаю. Но есть одна очень интересная фишка, о которой мы с вами поговорим чуть позже, в конце именно вот части нашего обзора, которая касается макроэкономической статистики. Пока постепенно мы к этому подойдем. Так. Бюджетный план, как я уже сказал, был правительства Австралии. Если кому-то интересно, в Прайме есть цифры по бюджетному плану. Там и дефицит бюджета на 2016, на 2017 год. Все прописано. Они пишут, что профицит вернется где-то к 2020-2021 году. Понижает прогноз по ВВП там, ну и так далее. Значит, сейчас должен был выйти индекс розничных продаж «Красной книги», месячные данные. Показатель не очень важный, поэтому вряд ли это серьезно окажет какое-то существенное влияние на рынки. В 17.30 ожидается выступление члена комитета по открытому рынку ФРС США Лоретты Местер. Она имеет право голоса, но заседание, которое состоится в июне, вряд ли до этого будет что-то такое существенное сказано.
Но интересная фишечка есть, об этом еще раз повторю, буду я чуть позже вам скажу. Вот мне кажется, что сейчас существенно это как-то не повлияет на рынки, но в целом одна фишка интересная есть. Но повторюсь об этом чуть позже. В 19.30 выступление главы Банка Канады Стивена Полоза, оценка текущей ситуации. Кстати, как из пушки сейчас дешевеет канадский доллар, вполне возможно, что в ожидании как раз выступления главы Банка Канады Полоза. А может быть и потому, что сырьевые рынки сейчас очень нервно реагируют. В течение дня снижение такое серьезное наблюдалось и по нефтяным котировкам, и серебро тоже снижалось достаточно серьезно. Вообще сегодня очень и очень какая-то такая вот нервная торговля, и очень трудно найти какие-то логические объяснения действиям, которые происходят сейчас на финансовых рынках. В 23.30 сегодня отчет Американского института нефти. Это не Министерство энергетики, именно Института нефти по запасам нефти. Посмотрим, каковы будут данные. До этого было снижение по оценке именно этого института на 1 миллион и 100 тысяч баррелей. Посмотрим, каковы будут фактические данные на этот раз. Сегодня выступал представитель Европейского центрального банка. Отчасти, может быть, движение по евро обусловлено этим, но, как я уже сказал, параллельно с евро двигались еще и австралийский доллар и британский фунт, которые никак не должны реагировать на слова представителя Европейского центрального банка. Вот Керре сегодня, в частности, отметил, что политика ЕЦБ помогла поддержать прибыльность банка, но она не обязательно даст такой же эффект, если ставка по депозитам будет резко снижена. И он сказал, что не будут понижать ставку до абсурдно низких уровней. Вот это, может быть, как раз и подтолкнуло европейскую валюту, повторяю, но мне непонятно, почему начали двигаться все остальные мировые валюты. А фишечка моя заключается вот в чем. Вы знаете, я хочу сделать очень интересный вывод. Сегодня с утра было занятие, я уже об этом говорил, но давайте еще раз повторю. Если кто-то сегодня не смотрел утреннее выступление, вот смотрите, какая интересная вещь. У нас Федеральная резервная система повышает ставки. Это должно приводить к укреплению валюты. Все остальные банки ставку понижают. Австралиец сегодня тоже понизил ставку, да? У нас на негативной территории в Швейцарии, у нас на негативной территории в Японии, на негативной территории ставки в еврозоне. И эти валюты укрепляются. Те, которые очень низкие ставки. То есть ставки понижают, они на отрицательной территории, при этом валюты растут. У американца ставки повышают, и он должен расти, и с точностью до наоборот идет его снижение по отношению ко всей корзине мировых валют. Ну, посмотрите, как мастерски манипулируют рынками американцы. Это делается и через Федеральную резервную систему, как мне кажется, это манипулирование цифрами идет определенными, и заявления вот эти все, которые они сейчас проводят. То есть, с одной стороны, вроде бы люди ничего и не говорят, и часть участников ФРС не имеет права голоса, но вот мы с вами наблюдаем такую картиночку, что факты таковы. Все валюты укрепляются, несмотря на отрицательные ставки. Американский доллар снижается, несмотря на то, что ставки по нему повышаются, и собираются еще повышать. Вот какая интересная картиночка у нас с вами получается на текущий момент. Меня этот факт вот и очень и очень так позабавил, как минимум, скажем, сегодня. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции по макроэкономической статистике. Вот это именно та фишечка, о которой я вам собирался в конце сказать. Если есть у вас вопросы, напишите коротенькое слово «есть». Я сделаю паузу, подожду, пока вы свой вопрос напечатаете, я постараюсь на ваш вопрос ответить. Если же вопросов нет, то ставьте плюсик, и мы пойдем с вами дальше и посмотрим, как ситуация развивается с технической точки зрения. Так, жду, когда вы отреагируете. Михаил, а вы напрасно сейчас опять со мной в полемику вступаете, да? Сейчас Федеральная резервная система, пусть это делается медленно, пусть это было только один раз, но она находится в фазе повышения процентных ставок. Вот о чем идет речь.
Если не в июне, то позже это все равно произойдет. То есть сейчас налицо факт того, что Федеральная резервная система находится в фазе повышения процентных ставок. И они делают заявление, что да, мы будем повышать ставки. И некоторые очень даже резко на эту тему говорят. Все остальные банки, вы просто услышите мою мысль, а вот не ставьте свои задачи, обязательно со мной поспорите, тогда вы поймете очевидность того, что я говорю. То есть ФРС в фазе повышения, при этом он понижается, все остальные в фазе понижения процентных ставок, и при этом их валюты укрепляются. Понимаете, о чем я говорю, Михаил, да? А, Михаил, опять же, вот вы посмотрите, каково было движение, во сколько все сегодня выходило и как все это происходило. Да? Вот, опять же, если бы это было только по фунту, да, тогда бы мы видели с вами движение только по британскому фунту. Еще раз повторю, все двигались достаточно параллельно. Но я не ставлю свои задачи с вами спорить. Если вы придерживаетесь другой точки зрения, это ваша воля, пожалуйста. Я абсолютно не буду вам ничего доказывать, если вы считаете иначе, повторюсь, это ваше право. Итак, есть какие-то вопросы? А, тут задают вопрос, что можно ждать от доллара в будущем? От доллара можно ждать в будущем всего что угодно. Вопросы вы задаете не по адресу. Даже Федеральная резервная система вряд ли вам точно ответит, что же будет с американским долларом. Однозначно могу сказать, что американской экономике выгоднее, чтобы американский доллар был как можно дешевле, как и любой другой стране, поскольку экспорт от этого выигрывает. Поэтому чем дешевле национальная валюта, тем конкурентнее способны товары на мировых рынках этой страны. Поэтому здесь все очень просто. Итак, вопросов нет. Давайте пойдем дальше и посмотрим технику. Как я уже сказал, сырьевые рынки снижаются, рынок нефти падает сегодня второй день подряд. Вчера было снижение, сегодня тоже снижение, но в целом у нас остается восходящий тренд. Это нефть марки WTI. Несмотря на то, что цены сейчас торгуются ниже средненедельного значения, но при этом пока что выше среднемесячного. Обе скользящие средние расположены так, что говорят нам о восходящем тренде, поэтому здесь восходящий тренд, но идет откат, идет коррекция. Достаточно неглубокая, поэтому это все нормально, это все в рамках восходящего движения. Теперь смотрим марку Brent. Картиночка очень похожая, тоже было снижение и вчера у нас, и сегодня по этой марке нефти Brent тоже так же снижается, тоже находится ниже своего средненедельного значения, но выше среднемесячного. То же самое восходящий тренд. Это нефтяные котировки. Смотрим на индекс американского доллара. Посмотрите, да, в очередной раз, когда он очень сильно оттолкнулся у нас от своего среднего значения, сейчас это произошло, достаточно резкий разворот. То есть вполне можно допустить, я не говорю, что это обязательно произойдет, но очень и очень могу, с большой долей вероятности, допускаю, что потом он будет пытаться вернуться в свое сбалансированное состояние. У нас и скользящий средний будет понижаться, и сам индекс может подрастать, поэтому где-то вполне возможно у них произойдет встреча. Хотя, конечно, это далеко не обязательно. Но сегодняшняя динамика вот такова, что в течение дня, посмотрите, как у нас индекс доллара двигался, да, снижение, потом разворот. На часовом таймфрейме это очень хорошо видно. Теперь смотрим на шестерку мажорных валютных пар, которые этот самый индекс составляют, и смотрим на пару евро-доллар. Тренд восходящий в фазе импульса. То же самое подтверждает индикатор OSMA. Цены у нас закрылись выше отметки 1.1465, о которой мы с вами говорили. Диверов никаких нет. Смотрим внутреннюю структуру, но цены практически достигли тех целей, о которых мы с вами говорили. Сейчас идет волна отлива, ждем, когда отлив закончится, и начнет формироваться новая приливная волна. Итак, сигнал осциллятора в покупку.
будет говорить о том, что наступил момент входа по европейской валюте. Для этого на 4-часовом таймфрейме на уже закрытой, на сформированной свечке должен быть совершенно четкий сигнал осциллятора в покупку. После чего на часовом таймфрейме обязательное условие – это консолидация. И только в том случае, если все условия выполняются, вы ставите отложенный приказ «buy stop», определяете точку выхода, где вы будете выходить стоп-лоссом, ну и в качестве цели на текущий момент верхней границы ценового канала, дальше мы с вами пока что не смотрим, это значение 1.1635. 1.1635, но у вас обязательно должны выполняться правила управления капиталом. Если ваши потенциальные прибыли не будут в три раза превышать ваши потенциальные убытки, то от сделки лучше отказаться. Вот примерно такая у нас с вами картиночка по паре евро-доллар. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции. Мы пока смотрим с вами британца. Вот у нас с вами британский фунт. Картиночка следующая. Тренд восходящий в фазе импульса, но здесь у нас с вами фаза отката. Посмотрите, если здесь значение 2.01977, то здесь 18.40. Гистограмма понижается, находясь выше нулевой отметки. Значит, сегодня не торговый день. То, что британец сейчас разворачивается, у нас есть диверочек, то есть все согласно технике у нас с вами развивается, здесь все нормально. Итак, повторюсь, по британскому фунту на текущий момент находимся вне рынка. Австралийская валюта. По закрытой свечке у нас пересечение с вами еще не произошло. Но если бы даже было пересечение, скользящая средняя находилась ниже, то в любом случае у нас фаза отката идет по гистограмме. Поэтому сегодня в любом случае не торговый день. Ну вот, а завтра уже мы с вами будем рассматривать, скорее всего, с огромной долей вероятностью, продажи по австралийской валюте. Поэтому нужно просто спокойно подождать завтрашнего дня. Завтра мы с вами сделаем очередной вывод, и там уже будем рассматривать и цели по австралийцу, и алгоритм действий по этой валютной паре. Сейчас, поскольку здесь все достаточно однозначно, вариантов никаких нет, мы идем дальше и смотрим с вами триаду прямых котировок и, как обычно, начинаем с пары доллар, японская иена. Банк Японии бездействует. Соответственно, получается так, что при его попустительстве в прямом, я только так это рассматриваю, у нас идет укрепление японской иены. Так, картиночка следующая. Тренд, нисходящий в фазе импульса, то же самое подтверждает индикатор OSMA. Диверов никаких нет, значит, объем сделки стандартный. Смотрим внутреннюю структуру, что у нас происходит. У нас идет волна отлива, ждем, когда отлив закончится, и начнет формироваться новая приливная волна. То есть нам нужен сигнал осциллятора в продажу на 4-часовом таймфрейме на закрытой свечке. Сигнал сформируется, да, будет понятно, что это момент входа на часах консолидации. Если все условия выполняются, отложенный приказ sell stop, определяете точку выхода, где будете выходить стоп-лоссом, ну и пока что цель – это значение 105, пока что не дальше. Вот давайте будем рассматривать пока что это значение. 105 йен за 1 американский доллар. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно по японской валюте, пожалуйста, отреагируйте. А мы пока что пойдем с вами дальше, посмотрим, что по швейцарскому франку. Итак, на daily таймфрейме картиночка следующая. Тренд, нисходящий в фазе импульса, то же самое подтверждает индикатор OSMA. У нас сегодня день продаж. Направление сделки известно, диверов никаких нет, значит, объем стандартный. Теперь смотрим внутреннюю структуру. У нас формируется волна отлива, ждем, когда отлив закончится, и начнет формироваться новая приливная волна.
Значит, на 4-часовом таймфрейме нам нужен сигнал осциллятора в продажу. Свечка будет закрыта. Если сигнал к этому времени будет сформирован, значит, вы идете на часовой таймфрейм и смотрите следующее условие, выполнение следующего условия – это консолидация. И в том случае, если все условия выполняются, вы ставите отложенный приказ sell stop, определяете точку выхода, где будете выходить стоп-лоссом. Пока что в качестве цели рассматриваем 50% уровень Фибоначчи, абсолютное значение 0.9390. Итак, цель 0.9390, и опять же здесь должны выполняться правила управления капиталом. Потенциальные прибыли должны как минимум в 3 раза превышать ваши потенциальные убытки. Если условие не выполняется, мой вам добрый, совершенно бесплатный совет: от сделки лучше отказаться. Это был швейцарский франк. Теперь смотрим, что у нас по канадцу. Тренд нисходящий в фазе импульса, а здесь, похоже, фаза отката. Так, смотрим значение 25.05.11.42. Да, гистограмма повышается, находясь ниже нулевой отметки, поэтому по канадцу сегодня ни о какой торговле речи быть не может. Значит, канадец у нас с вами не торгуется. Смотрим последний финансовый инструмент, это золото. В очередной раз была попытка проколоть психологическую отметку 1300. Тоже была неудачной пока что попыточка. Индикатор находится в зоне перекупленности. Поскольку фильтры у нас смотрят вверх, это значит, мы отдаем предпочтение сделкам только на покупку. Но сейчас далеко не самая оптимальная ситуация для того, чтобы открывать сделки на покупку. То есть лучше подождать, когда индикатор, ну, хотя бы разрядится, хотя бы немножечко. Как говорил Винни-Пух, чайная ложечка – это уже хорошо. Ну, а тем более целый горшок. Итак, мы анализ с вами закончили. Так, Михаил написал какой-то вопрос. Представители ФРС, например, как Каплан, Харкер и прочие, которые не имеют права голоса ФРС, кричат, что они будут выступать за повышение ставки. А те, кто имеет право голоса, например, как Уильям Дадли, как правило, выступают за отсрочку повышения ставки. Михаил, ну вот вы немножечко необъективны. Я согласен, что да, там некоторые вот эти, как Каплан, Харкер и прочие, говорят, но они не имеют права голоса. Но возьмите Лоретту Местер, возьмите Эстер Джордж. Они однозначно выступают за повышение ставки. То есть там голоса примерно пополам поделились. Вот. Естественно, решения будут принимать коллегиально. Глава ФРС будет иметь решающее право голоса. Посмотрим, не будем гадать на кофейной гуще. Но опять же, вот вы в детали сейчас уходите, да, и никак не хотите услышать мой посыл в целом, да, еще раз повторяю, Федеральная резервная система находится в фазе повышения процентных ставок. Все остальные находятся в цикле понижения процентных ставок, то есть здесь цикл повышения, там цикл понижения. Вот в чем вся фишечка. А кто что говорит, это уже немножко второе, это вот как раз умение манипулировать рынками. Итак, наш обзор подошел к концу. Я благодарю всех за внимание. С вами был Эдуард Сунгатуллин. До свидания. Всего вам доброго. Я желаю вам удачи. Будьте внимательны и осторожны. Берегите себя. Удачи всем.